Так, пулеметчиков я не нашла, я решила далеко не отходить, потому что не очень стабильный тут интернет, и поэтому я хочу остаться на трансляции и все-таки показывать, что происходит возле въезда в контрольно-пропускной пункт военной части номер А0883. Это пограничная военная часть возле Керчи. Напомню, что через пролив находится Россия, и в военной части есть радиолокаторы и прочие всякие средства для защиты территории, территориальной целостности нашей страны. Значит, просят меня, что я уже задвигаю ахинею, и что мне еще говорят. Вот. Тут, значит, жалуются, что в Новосибирске много бед от профашистов. К сожалению, начинают уже тут у нас появляться тролли и так далее. Но я, честно говоря, думаю, что вот эту всю информацию, которую я сказала, не, как бы, не трудно проверить. Можно навести справки и узнать о том, как давно в Крыму начали появляться антифашистские вот, организации, которые в Крыму в 2012 году борются с фашистами. И сделать свои собственные выводы. Конечно же, я могу в чем-то ошибаться. И я пересказываю ту информацию, которую слышала на словах. Но мне кажется, в наше время проверить это не составляет никакой сложности. Если вы в данном